Привет, ребята, мы находимся под Ирпенским мостом. Вот это именно то самое место, где наши беженцы из Бучи, из Гостомеля пытались тогда спастись от расистов, но, к большому сожалению, очень многие не дошли сюда. По этому месту лупила артиллерия постоянно российская, и обстрелы шли абсолютно без перерыва. Посмотрите, как мост оборвало. Видите? У меня за спиной. Тут он вообще рухнул. И, собственно говоря, вот этот мост издержал это рашистское нашествие на Киев. Полюбуйтесь, как это все выглядит. По этим мосткам, на которых я сейчас и стою, вот они прямо. Это те же самые доски, по которым тысячи жителей Бучи, а также жители Ирпеня эвакуировались, пытались убежать от рашизма, пытались убежать каким-то образом от наступающих орд, этих варваров. Ну вот, сегодня здесь все уже более-менее спокойно, и мы можем на все это наблюдать. Опять-таки, я повторюсь, я уже в одном видео это говорил, по всей видимости, из этого места будет сделан мемориал, чтобы... Вы знаете, сюда надо водить школьников. Когда это все закончится, когда этого всего уже не будет, сюда обязательно надо водить школьников, сюда надо обязательно водить детей, чтобы они знали, что такое русский мир, чтобы они очень хорошо себе представляли, что русский мир несет. Вот все, что русский мир несет, вот у меня со всех сторон как раз сейчас и есть. Вот это мы жили в хорошей, благополучной, сытой, богатой стране. Пришел русский мир освобождать нас. Освободил твою мать. Вот. Вот это все. Вот. 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 Вот это все принес нам русский мир. До того, как эти гады сюда добрались, тут была чистота, красота и благодать. Слава Украине!